Здравствуйте, дорогие мои! Мы все прекрасно знаем, сейчас сезон гриб идет. Вчера дверь стучит, я открываю, зашла моя любимая невеста. Она мне: мама, тебе подарку. Я видела три большие пакеты. Да что это такое? Что это сюрприз? Открываю, что я видела. А бабки, шампиньоны, опять их. На обработку она принесла меня. Работа это она нашла. Вчера шампиньоны мы пожарили. Такие с удовольствием мы съели. Всем приятного аппетита. Сегодня я буду мариновать опять. А бабки, наверное, буду пожарить. Посмотрю, что будет делать. И, наверное, завтра, если не успею, шампиньоны буду мариновать. Я шампиньон тоже очень люблю. Маринованный шампиньон. Наверное, вы все попробовали. Только в моем рецепте вы не попробовали. Вместе будем попробовать. Я чуть-чуть почистила, я начинала. Просто жалко, никого мне снимать. Я одна, потому что я не смогу вас показать, как я чищу. Сейчас я начинала чистить. В конце я буду чистить. Про я не смогу снимать одновременно. Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу, как бы сложно не было. Я замачивала, несколько раз помыла, еще раз буду помыть. Красота прямо. Дорогие мои, вы сами прекрасно знаете, как тяжело почистить грибы. Я почти почистила опять. А бабки пока до конца не чистила. Осталось у меня. Наверное, сегодня не успею шампиньоны. Шампиньоны, наверное, осталось на завтра. Сейчас почти почистила. Сейчас надо еще несколько раз помыть, замачивать, помыть несколько раз, потом буду кипятить. Что было бы, если выбрал другой путь во всем? Воду кипятил. Сейчас я того, с кем ты вместе, даже закипятить. И даже если вместо солнца черный смог, ты продолжаешь строить путь свой из добра. Ведь завтра будет лучше. Должна быть внимательна. Не надо спешить, потому что это весну. Грибы долго кипятить, хотя бы 25 минут. Сколько раз помыла, все равно в лесные грибы грязь много ходит, когда кипятить, спина все ходит, потому что надо кипятить. Пену хорошую, хорошую. Все снимать, убрать.
макияж, правда. Так часто говорим о том, что мир жесток. Красота. Но продолжаем строить путь свой из добра. Еще раз я положила кастрюльку и наливаю воду. Сейчас буду начинать мариновать. На ровный лист я бросила чеснок, бросаю гвоздинка и черный горошек, перец душистый и черный обычный, сахар, соль. Конца будем добавлять 9%, где-то 50 грамм уксуса. Стерилизовала заранее банку, крышку, все, приготовила их. Закрыли. Все. Красота. Килограмм убыла у меня опять, и банку вышли, чуть-чуть осталось. Отлично прям. Сейчас я закрою, оставляю до завтра на кухне. Я еще на кухне встаю. Вы сами прекрасно знаете, лесной грибы очень вкусно. Мариновать, пожарить, на зиму морозинку. Я морозинку тоже готовила, положила сколько. Возьмите моим рецептом и сделайте очень хороший. Будет сохраниться хорошо, кушать на здоровье. Можно в прохладном месте хранить. Кушать на здоровье. С приятным аппетитом. Не забывайте лайк. Каждый из нас перед сном.